Хочу вам показать вот такой вот примитивный деревянный календарь. В то же время он такой очень изобретательно сделан. Вот, в общем-то, все запчасти от него. Вот на палочках вот этих написаны месяца на каждой грани, ну а кубики цифры. Он детский, сделан в Индонезии, из дерева бальзы. Вот такой вот котик его украшает. Если ваш ребенок уже начинает постигать календарь, начинает постигать цифры, начинает читать, то как раз вот ему для развития вот такой вот календарь подойдет. Он может устанавливать даты, вот месяца, то есть находить нужный месяц, правильно его устанавливать. Ну, в общем-то, и моторику развивает, и знания цифр каких-то, и ориентироваться в календаре ребенок начинает. Ну вот, допустим, 12 июня, вот таким вот образом. Можно вот с помощью этого набора установить любую дату, ну и просить ребенка иногда в начале дня или утром устанавливать дату текущего месяца и дня. Спасибо.